маком нету. Может, еще будет с маком. Может, с седьмого. У Ленина. С маком шоколад. Ну вот. Надо что-нибудь праздновать вместе. Надо такие кушать. Надо кому? Принести вам чая. Что есть? Как Эстер кушала. Такие надо нам кушать. Она ела с маком. Это Раня нас обслуживает чаем. Тогда можно было мак выращивать и на Зерна, значит, плохого, пожалуйста, без опиума. Она еще ела зерна. Это зерна были какой-то. Да у них зерна. Сахар я купила уже. Ой, Андрей, это... Так, надо вас тоже снять. Потому что... Потом скажете, ходили на уроки туда-сюда, чтобы да, на фильме. То есть, чтобы потом не отвертелся, наверное. Да, да. И меня тоже я хочу. Она говорит, я приболела, поэтому я боюсь. И у нас нету пьющих. Они знают, что нет, они умели использовать. Бусы у тебя, а? Бусы новые. Ладно. Так, у нас наша неделя обыкновенная. То есть четыре главы. Первая была на прошлой неделе. Это вот насчет шекелей. Вторая непосредственно перед пультом. Это выйдет в следующей. У нас только недельная глава. Так, а шекель-то надо было уже бросать? Да? Нет еще. Нет. А, только говорила сегодня. Теперь, так как иногда в месяц выпадаете 4-5, иногда даже 6 суббот, что месяц это 4,5 недели. Так, поэтому у нас на этот раз неделя, только недельная глава, и может быть останется время заняться немножко праздником тоже, чтобы не было последнюю секунду. В нашей недельной главе одна единственная тема, которая продолжается, более-менее продолжение наша глава, следующая неделя. Потом они повторяются еще дважды с перерывом на неделю, в конце полоса шмот. Придет время, мы к ним еще подойдем с календарем. Называется наша глава «Трума», которая переводят на современный иврит. Тебе. И на этот раз перевод это правильный. Более, в общем, пожертвование. Теперь на иврите и по-русски понять это пожертвование объясняется немножко иначе. Но это менее важно. Общий смысл. Общий смысл одинаковый. Да, но у самого слова трума есть два... Да с гостями? Двойной смысл. Нет, их, они опоздают. Света есть. Первый смысл трума пожертвования, что означает, тот, кто жертвует, стоит на уровне выше, что он может дать другому, для того, у кого нет. Как бы сверху другой корень, того же слова, трума от слова, от корня легарин, поднять. Вроде бы наоборот, человек находится внизу и поднимается. На самом деле оба, они связаны одни с другими. То есть у нас есть что-то, что мы можем использовать, дать для других, для того, чтобы поднять его, чтобы оно было поднято на более высокий уровень самим нашим действием. Само то, что у нас что-то есть, что мы используем для чего-то, не просто держим для благих дел. Помочь другим, помочь другому, дать Всевышнему, насчет помочь другим, это тоже заповедь. Нужно помогать другим, и ближнего, и помоги неимущим, может быть, не только человеку, у кого нет денег, у кого нет чего-то, что у нас дается. Неважно, в каком смысле. Так мы это понимаем на более высокий уровень. Поднять.
Даром случае, если дать для Всевышнего, значит, что это было до 7 минут было обыденной вещью. А сейчас тем, что мы сказали и сделали, мы ее практически осветили. То есть у нас есть возможность говорить что угодно, когда мы используем наши способности для того, чтобы поддержать кого-то, так мы не просто сотрясаем воздух, мы поднимаем, может быть, его, и вообще освещаем себя тоже, потому что мы это создали, произвели. Если эта монета и эта вещь до сих пор была обыденной вещью, сейчас практически она стала святой. Когда обещали, что вот это вот животное будет для жертвы в храме, эти деньги будут, и это вероятно сегодня тоже, для того, чтобы дать цдаку, так нужно выполнить обещание. Если говорили вот специфически об этой монете, таким ее и надо дать или заменить ее на другую. То есть наше слово имеет корни, имеет вес. И тут приводится наш первоначальник. Сделайте мне храм, я буду в вас. Не в нем в храме, в вас. То есть сделайте мне храм для меня, для Всевышнего. Я буду находиться теперь в вас. Перевод обыкновенный, как бы продолжение, среди вас. Потому что мешкан будет стоять, потом храм в еврейской стране, все будут вокруг него, более-менее, будут среди вас. Буквально переводит, так он и приводится в Зоре, в Кабале, в Хасидизме, и не только в вас, в каждом из вас внутри. Так же, как человек составляет микрокосм. И это приводится как раз даже в Талмуде, не только в Мидраше. Там приводятся аналогии, волосы, сердце, мозг, все что угодно. Все строение человеческого, не души, тела. Также есть в мире тоже. Есть моря, есть леса, есть горы, все что угодно. Храм тоже. Части его составляют нечто вроде этого, и значит, можем это перенести сегодня у нас, в наш дом. В храме были хлеба, то есть стол с хлебами, менора, светильник, где зажигали свет, были два жертвенника. Значит, кто приводится в Талмуде, что когда-то приносили жертву в храме, они искупляли. Что сейчас? Когда принимают гостей в доме, так стол человека искупляют. Ну да. Не только. Смысл тот. То есть здесь еще очень много аналогий по отношению к этому специфически. И как продолжение этому интересно. Замечание. В начале молитвы приводится строчка каббалистическая практически. То есть для того, чтобы соединить буквы имени Всевышнего от имени всего Израиля и Стосидур в начале. Сразу же после ходу Лашем Барух Шамар там приводится начало. Есть мнение некоторых раввинов, каббалистов, которые так считают тоже, что это нужно говорить. До сегодня есть некоторые мужчины, которые это делают, перед тем, как выполняют любую заповедь. Я слышал нескольких людей, помню, Дрессовские хасиды, которые говорили, до того, как делали кидуш, мывали руки, благословляли там Сфирата Омер или еще что-то, лошадь, лихую, кучоблику, как говорится. Есть мнение, даже это нужно говорить перед каждым действием, заповеди или нет. Потому что и написано в Торе, и будьте святы. Наше действие освящает тот привет, с которым мы имеем связь. Так даже если это не заповедь, просто были на действие любое, если мы его делали, и мы не это негодного, так это свято. Мы тем самым освящаем Всевышнего. И даже говорится в субботней молитве,
все евреи, то есть еврейский народ, который освящает его. Само то, что мы живем, дышим, кушаем и спим, мы освящаем мир Всевышнего. Тем более, теперь трума, когда мы живем, когда мы у нас в доме превращаем наш дом нечто другое, чем у других, так же едим, как другие, убираем дом. Храм тоже надо было убирать. Одна из занятий коаним и левитов, чтобы было его убирать, и мыть, и чистить. Зажигаем свет, неважно электрический или нет, готовим еду, едим ее. Это все может быть святым делом. Что да, указано точно, как делать наша глава и следующее, как его делать. Вроде бы, если у нас благие намерения, можно делать что угодно. Это касается вообще всех заповедей. То есть соблюдать субботу как хочется. Так пойти в театр, главное не садиться. Покурить. И не то, что я за курение, потому что это вредно для здоровья. Только так. Что угодно. Не знаю. Я не знаю. Иногда да, может быть. В некоторых случаях люди курили иногда после стресса или во время голода, блокады там были, для которых это было потребность. На сочное сожжение не знаю, говорят, что это нечто вроде чуть ли не наркотической привязанности, не хочу в это влезать, но можно рассадиться как угодно. Так нет же, наша голова дает правила, как строить. Как пример, был случай, как-то мне нужно было послать жене из какого-то учреждения по имейлу какое-то удостоверение, бумагу. Чтобы она там подписала, та, которая там работает, послала. Она послала обратно, что-то не пришло. Все было правильно, только точку забыли поставить. Но без точки оно не доходит. Мелочь. Большую букву, маленькую букву, точку, без этого не доходит. Так нужно знать законы и галаху, что без этого только благие намерения обычно это пройдет мимо цели. Храм тоже нужно было строить соответственно закону. Точно как у нас. И то же самое храм у нас в доме. Если мы хотим, чтобы в самом деле было как надо пристанье для Всевышнего, в соответствии с его желанием, в конце концов. Кто решил, что так нужно именно так, ну он решил. Мы бы могли, может быть, и решить иначе. Если бы Тора была дана людьми, можно было бы ее изменить. Но если мы ее не дали, а только получили и передали дальше. Так вот, точно нет. Теперь насчет цели храма. Есть два мнения, что было главным. Оба были самыми главными там в храме и главной целью. Одна была пристанище Всевышнего, согласно другому мнению, жертвы, которые приносили. Каким образом, так есть два интересных мнения по отношению к тому, как это было. Потому что вопрос глобальный. Между прочим, когда строили первый храм, царь Шломо, который его построил, даже не задал вопрос. Вопрос был патетический. Разве может Всевышний быть все миры духовные для ничто такой в этой постройке? Ограниченное. Материальная, то есть такая величина и не более того, грубая, так и золото все равно. Так приводятся два примера. Админ объясняет, что да, Всевышний в самом деле, пристанище Всевышнего в
храме и так далее, это нечто вроде, когда человек записывает что-то от руки. Ведь пальцы не могут быть средоточием разума. Они только пишут, не более того. Храм тоже только передает святость, в нем самом, вернее, постройка, только и всего. Другое мнение приводит, что тут пример не как пальцы, а мозг. Мозг, да, сосредоточие разума, через которое разум проходит, и потом человек может это высказать, может это записать, неважно. Но в мозгах есть разум. И глобальный вопрос, как может быть сам Всевышний быть в ограниченном материальном, как мозг, как пальцы, как храм, неважно. Ответ, он все может. Теперь все может означает, уровень святости выше не ограничен. Для него ограниченность или неограниченность то же самое, одинаково. Он выше этого. Он захотел, так он здесь. И пример к этому выходит, как приводит. Для того, чтобы осветить комнату, достаточно лампочки, спички, даже свечки. Для того, чтобы осветить что-то очень далекое, нужен очень мощный источник света, чтобы он дошел даже далеко. Иначе просто не дойдет. Святость, которая проявилась, Всевышний проявил ее в храме, настолько сильная, что она может проявиться даже здесь, в этом мире. Даже так далеко. Осветить, поднять, облагородить. И из храма распространяется просто на весь свет. Как бы источник. И эта святость облекается в этот мир, что означает, что наши действия не просто так освещаются Всевышним. Они имеют вес, то, что мы делаем. То, что мы говорим, влияет. То, что мы делаем, влияет. И после дарования Торы это остается навечно. Поэтому есть такое понятие, как гниза, которого до дарования Торы нет. Гниза означает не просто выбросить, а положить в сохранности, пока эта вещь не сама по себе уже станет как бы сгниет. Потому что это святая вещь. Свиток Торы и тфилин, которые истрепались настолько, что их невозможно использовать. Сидур, что-то другое, не просто выбрасывать на помойку, в мусорный ящик. Мы это можем сделать чем-то другим. А это просто берут, бережно сдают, потом это закапывают, хоронят. До дарования Торы этого не было. Что святость в вещах грубых этого мира не облекалась. А сейчас да. И поэтому, если человек когда-то что-то, сделает что-то хорошее, это остается в нем. Несмотря на то, что может быть, это покрывает толстый слой грязи, но это остается. Любая хорошая вещь, если это была когда-то очень, сделана когда-то очень давно, даже если он сам уже забыл. Случай, когда люди уже даже сами забывали. Вы слушали нас в Цфате. Не совсем. Это даже не о святости вообще. Хозяин магазина. Сегодня у него другой магазин. Мелких таких домашних вещей для домашнего. Для домашнего использования. Когда-то у него был магазин больших электроприборов. Холодильники, печки и так далее. Тихий такой, тихий, скромный человек, очень. Они прекрасным днем к нему явились из печально известного в языцах израильского Масахнаса,
налога на этот год. Начали считать, считать и пришли к результату, говорится, лет 30 чем-то тому, по-моему, что он ему должен несколько миллионов шекелей. Идея спарива. И говорить не с кем. Он был там не один раз, много раз, спорить не с кем. Его подбили, уговорили. Каждую хануку была группа из Сфата, которые летели к Ребе, что он тоже полетел туда и просил благословения. Полетел, попросил, Ребе дали ему два благословения, два доллара. Один для того, чтобы избавиться от этой напасти, второй на новое дело. У него не было даже денег, какое там новое дело. И охоты не было. Прилетел обратно. Простой человек, религиозный, правда, марокканец, который так не особенный. Ему звонят из Москвы, говорят, мешался один из этих. Вот, проверили. Тебе, ты должен только заплатить что-то 775 и что-то там 1000 шекелей всего. Сняли практически большую часть. Значит, нашли ошибку. Не они знаю, тебя. Не знаю, но они, ошибку, да, но они же не признаются. Это же законы математики, куда от них. Не знаю. Теперь он, вообще-то говоря, должен быть недоволен. Говорит, рассказывал, я не знаю, что меня потянуло за язык. Потом я рассказывал, что это сказал, молчать бы. Я ему говорю, это тоже слишком много, я не вытяну. Подумали, поговорили, знаешь что, разовьем тебе это на платежи, сняли ему еще какую-то сумму, и вдруг он говорит, я сам от тебя не ожидал, а что с моими правами, какие права, он начал проверять, говорит, а знаешь, ты прав, проверил, несколько лет тому, 4, 5, 6 лет тому, он им дал какую-то квитанцию, который он сам забыл. И они тоже забыли. Они ему тоже должны большое забудение. Осталось что-то около половины этого. Хорошо, он уже начал это выплачивать. Последний платеж у него был, он не мог собрать эти деньги. Позвонил туда, и на него этот, который там был на телефоне, этот пакет взорвался на него. Мы сейчас себе устраним все платежи. И вернем прежнюю сумму, ты обязан это вернуть и бросил трубку. Теперь у него особенно он не было куда взять. У него, так сказать, хобби. В свободное время после обеда он навещает пожилых людей, стариков, помочь им так, что-то еще, починить какой-то радиоприемник, что-то там еще сделать. Без платы, просто так. Как раз в тот день подошел к одному такому. Вот сидит там, и он его спрашивает, а почему ты такой печальный сегодня? Не хотелось ему говорить, сказал. Тот его слушает. Как зовут того, с кем ты разговаривал? Ну, одинокий старик, назвал. Такой, он ему командует. Давай набирай его номер, дай мне прибор. И не просит, командует. Слушай, кто-то говорит, твой дядя, тебе сейчас приходит этот вот Ариэль, и ты будешь делать все, что он у него просит. Точка. Теперь у марокканцев это свято. Отец, дядя и так далее. Ему сделали все, что он хочет. Буквально расплатился. Потом он открыл понемногу этот магазин, уже не так много денег, это уже не холодильник. У него расхватывали продукты до того, как он успел поставить на лавку. С тех пор он продолжает со своим магазином понемножку. По-видимому, добрые дела, даже если мы о них забыли, не забываются. Со временем, когда приходит время, вспоминается. И вот это и есть храм, средоточие, которой проявляется, мы его можем и должны проявить в
у нас в жизни буквально в мелочах. Ничего не осталось. Даже если мы забываем, накладывается. Есть фундамент. Потом, когда пойдут, когда это прорастет, не знаю. Но есть такое выражение, просили у нашего рэба, у прошлого рэба, у Бамшемпова. Так он несколько раз говорил, для того, чтобы благословение, которое дают, исполнилось, благословение как душа. Если оно идет на спаханную землю, где что-то посеяли, пойдут ростки. Если оно пойдет на цемент, ничего не вырастет. Спахать означает перевернуть землю, то есть немножко снять свое «я», а сеять добрые дела, добрые слова, только всего. И потом благословение пойдет, чтобы было на что. Поэтому, когда у Рэбе часто просили благословения, так иногда он говорил, это иногда намекал, что нужна плата. Да, ему предлагали деньги, говорил, нет, не эта плата. Возьмите на себя, иногда это был кашрут, иногда это было суббот, была суббота, иногда это была чистота семьи, иногда это было что-то другое. Но вот это есть плата, которую дают лучше. И если тебе берет, бывало, сегодня тоже бывает, что иногда спрашивают Рэбе, он дает указание в ответе, в письме, эти самые Игрот Кодыш, что именно, нужно за этим следить. И иногда просто человек берет на себя что-то. Теперь две истории, что бывает иногда. Как-то раз в Саранцементе позвали одного паренька, который, он из Южной Америки, то есть он знает то ли португальский, то ли испанский, что-то откуда-то. Пришли к Рэбе несколько братьев, которые из Аргентины, по-моему. И нужен был переводчик, чтобы зашел вместе с ним. Потому что они говорят только по-португальски, там какой-то у них язык. Он зашел, перевел. Один из них был тяжело болен. Не знаю, это была онкология или что-то другое, но врачи не давали особенной надежды несколько месяцев. Рэбе им сказал, чтобы соблюдали кашрут, и все у них порядке. Они вернулись обратно домой, он остался учиться. Через что-то около года, даже больше, он вернулся домой к родителям. По-моему, уже женился тогда. И поехал туда, чтобы посмотреть, что там происходит. Он пришел как раз, когда они сидели в шиву, то есть это братская часть. И один из братьев ему сказал, тот начал соблюдать кашрут, выздоровел. И после этого начал понемножку отходить. Пока перестали его соблюдать вообще. Его не вернулся. С другой стороны была история, рассказать, через которую это происходило. У него дом Хабада где-то в Нью-Йорке. И он знал одну семью, они держали, пожилые люди держали магазин, который преуспевал. У них была дочь, которая засиделась, как говорится, не могла найти жениха. Он познакомился с ее братом вообще. Он их подтолкнул, просить у Рэба благословения. Они там побыли какое-то время, вышли страшно разозленные и порвали связь с ним тоже. Он не знал, что там было у Рэба, что их так рассердило. Прошло лет 4-5. И он встретился с ними на улице просто так. Тогда они рассказали, что произошло. Рэба их спросил, с чего они живут. Сказали, из магазина. Вообще-то говоря, они могли бы его уже закрыть, что у них достаточно денег, не скопили достаточно денег. Но у них же дочь, которая должна выйти замуж, для ней нужно деньги для нее, для будущей семьи. Так в магазине еще живет, слава богу, она там работает. И понемножку родители. Рэба спросил, что с субботой? Магазин открыт в субботу. Но вы же говорите, что у вас достаточно денег, что вы не нуждаетесь. Так если будет закрыт в субботу, будет открыт через неделю, что произойдет?
Они не хотели закрыть. Закончить Ешеви сказал прямо, если вы будете закрывать его в субботу, она найдет свою жизнь. Они вышли с нашей разведки, магазин продолжал быть, быть открытым в субботу. Она продолжала сидеть где. Пока несколько лет спустя негры не устроили, не это делали тюрьмы отведения, последние годы тоже, дебош. И громили все магазины и дома белых и так далее. Их магазин тоже восстановили. Его просто разграбили, подожгли, уничтожили. По-моему, они особенно не потеряли, что у них была страховка. Но пока суда дело, магазин же был закрыт. Не только в субботу, а вообще был закрыт. И за это время она успела выйти замуж и даже родить ребенка. Потом они говорят, как жаль, когда им это рассказали, что мы тогда не послушали раньше, нам бы, может быть, могла бы выйти замуж раньше и родить больше, чем одного. Но сейчас возраст уже не тот. Так нужно было, чтобы разграбили магазин, чтобы его закрыть. Сами не хотели закрыть. Нет, сейчас у них как не было это, выхода. Как это закрыть? Надо же, ты же потеряешь. То есть советы, потому что человек видит, что подходит. Это, так это насчет нашей головы. Просто делать храм по отношению ко всему. И не в каких-то высоких материях или в, переворачивать весь мир. Обыденные мелочи. Теперь насчет... Ну вот сейчас храм. Вот почему никак вот нельзя, именно физически, его нельзя сейчас, чтобы хотели... Во-первых, если вы не можете даже подняться на храмовую гору, вы хотите храм построить? Там, правда, какие поднимаются. Нет, ну там есть замены, там гора грызли, там еще какая-нибудь. Нет, гора грызли, это не, это самаритяне, которые просто, к нам не имеют отношения. Именно на этом месте. Нужно именно на этом месте, которое указано, где именно. Второй построили на месте первого, он просто был шире. То есть сама сердцевина, святая святых была на том же месте, а постройка была шире, третий будет еще больше, но центр будет на том же месте. А во-вторых, теперь вообще-то говоря, строго говоря, после шестидневной войны арабы вышли из Вакфа с ключами от Храмовой горы и дали ее израильтянам, кто и подумал. Но и ее же отдали им обратно. Так не важно, что было, шестидневная война была больше 50 лет тому, примерно, даже больше. Так не важно, что было когда-то. Сейчас мы практически не можем ничего делать. Так что вопрос даже не теоретический. Я думаю, что не хватает средств, не хватает денег. Нет, дело не в деньгах. Денег много есть. Была история несколько десятков лет тому. Уже покойный был такой рав Гетц, он был раввином в Машаве, недалеко от Спарта, после того, как двое его детей погибли. Один в армии, а второй подстроенной автокатастрофе. Тоже был солдат, я рав Гетцби. Так его жена больше не могла там оставаться, и он переехал в Иерусалим. И был раввином Семи Плячем. Он и его, он не один, а тоже уже покойный, по-моему, не религиозный, занялись идеей искать ковчег Завета, который по Мидрашу не был убран в Вавилонию и потом в Рим, а его спрятал один из царей Иудеи, катакомбы, подземные переходы, глубоко под храм. Они начали, то есть, и вычитать, где это не так трудно. Потому что размеры второго храмишня. Теперь такама это 48 или 50 сантиметров. Нет, можно высчитать более-менее точно. Чтобы не возбуждать слухи, газеты, мировое общественное мнение,
вакф и так далее, начали понемногу копать тихомолку. Там под стеной начали продвигаться в глубину. Там нету, да? Да, но далеко не все известно, что там есть. Они дошли до построек, которые были засыпаны, перед которыми и кот, и все то, что мы сегодня видим, ничто величайшее. Но кто-то раструбил, когда они начали копать и дальше, рабы пустили туда воду, мусор, там еще, помой что-то там еще, поняли, общественное мнение, они должны были отойти обратно. И так и не продолжили. Кстати, на этом закончилось. То есть раскапывать там можно только с очень ограниченными. Дело не в деньгах. Дело в том, что не дано, к сожалению, по очень многим причинам, которые от нас не зависят. 2000 лет прошло. Да не потому, потому что не дают. Ну да. Кто не дает? Ну арабы. Это не только арабы, но это еще и те, кто стоят за ними. Могли бы посудить, если бы на то пошло. Все разрушено. В общем, нам нужен ушед и третий еще раз. Не спеши никуда. Есть известная история, как раскопали даже стену плача. Один из турецких, я вот увидел, как приходит какая-то старуха там. Идет туда, и перед его дворцом выбрасывает весь мусор, помой. Его это оскорбило. Оказывается, что у них предание, указание, что там нужно сыпать мусор. И вот интересно, что там хотят скрывать в течение стольких поколений. Начали копать и добрались до себя. В руинах храм, еврейский храм. Говорят о уважении и так далее. Вот он уважение. Ладно. Перерыв? Не знаю. Это большая такая тема. И столько, я говорю, столько лет.